Как вор в законе, акула грузинский и шейх Хамзат помирились. И как акула грузинский сказал, что шейх не подставил его. Это все сделали крысы. Шейх Хамзат брат акулы. Что за крыса оказался между акулой и Хамзатом? И как вновь акула и шейх стали друзьями? Скоро акула расскажет все подробности на своем инстаграм-канале. Скоро на инстаграм-аккаунте акула грузинский выйдет в эфир. Не пропустите!